Раз. Раз, два. Раз, два, три. Раз, один. Один, два, три, раз. Раз, два, три, раз, один. Один, один, два, три, раз. Раз, два, три. Раз, один. Внимание, один, два, три, раз. Раз, два, три, раз, один. Один, два, три, раз. Раз, раз, два, три, раз. Раз, один. Один, два, три, раз. Раз. Раз, два, три, раз, один. Один, два, три, раз. Раз, два, три, раз. Один. Один, два, три. Раз. Раз, два. Внимание, один, два, три. Один, один, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Внимание, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, один. Один, два, три, раз. Раз, два, три, раз, один. Сейчас в эфире «Донецкие новости». А сейчас в эфире «Донецкие новости». Сейчас в эфире «Донецкие новости». Носится кумачевый транспарант, слава Богу. Крупным планом в местном Кремле волосного значения начинается сход Боярской думы холопских депутатов третьего сгона. Над трибуной бюст князя Владимира Красное Солнышко. Из Киева доносится предвыборный плач Ярославны. В палаты входят мертвые души от общественных организаций. Депутаты от потемкинских деревень. На трибуне появляется царь с дружиной. Дружина вся в соболях и драгоценных каменях. Царь, здравствуйте, товарищи холопы, холопки и холопские дети. Все встают. Холоп, царь, здравствуйте, товарищи холопы, холопки и холопские дети. Все встают. Или лучину перестройки не смотрел. Или лучину перестройки не смотрел. Или лучину перестройки не смотрел. Никто из военнослужащих из тех, кто находится там с нами за кулисами и охраняет их. Никто из военнослужащих из тех, кто находится там. Или лучину перестройки не смотрел. Никто из военнослужащих, никто из военнослужащих из тех, кто находится там с нами за кулисами, никто из военнослужащих из тех, кто находится там с нами за кулисами и охраняет еду от нас или нас от еды, никто на себя эту смелость не берет. Вдруг один полковник, я не знаю, то ли он был смелый, то ли мы вообще... Thank you.
еврейский коллектив института. Вот. От имени нашей экспериментальной группы преподавателей-миналистов за столь интересную организацию, предыдущих встреч, бесед, интересных очень лекций вот, с интересными людьми. Поблагодарить также гостей, что они нашли время поделиться с нами своими секретами в работе. Я думаю, каждый из нас в дальнейшей своей педагогической работе ту изюминку, которую мы получили здесь, обязательно примет в своей дальнейшей педагогической работе. Но я как преподаватель спецдисциплин Донецкого областного управления, вот совсем год назад я познакомился с разработками, в частности был на одном из занятий, который проводил товарищ Харабет Виктор Викторович Ворожданов. Я считаю, что каждый начинающий преподаватель спецдисциплин обязательно должен познакомиться с его методическими разработками, его рекомендациями. И вот что я на будущее скажу, особенно для строителей. Он единственный, наверное, преподаватель, который дает своим ученикам расчет в дипломной работе. Это дети должен познакомиться, это у нас научная, вернее, эти труды есть у нас его. Вот. Покруче, чем я, и я приглашаю на сцену Анку! Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков,
победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Чтобы гидравлика поработала. Ну, да здравствуют победоносные Красная Армия и военно-морской флот. Спасибо.